Люди придумали машину. Люди отыскали черты и формы, на которые ты смотришь и понимаешь. Так выглядит сила, так выглядит красота. Люди дали машине характер, который ты чувствуешь, просто находясь рядом. Даже если она не в движении, даже если просто стоит, ты знаешь, что в любой момент она готова сорваться. Она просто ждет того, кто откроет ее, чтобы взамен подарить ему полную свободу, подарить всю красоту настоящей жизни. Люди придумали ее. Люди создали. У вас эволюция силы. Машине характер. В любой момент она готова сорваться. Так выглядит сила. Так выглядит красота. Эволюция силы.